Что такое? Да 4 значка контракта не хватило, чтобы 3 не купить Сталгорода. Задонать? На СПД. Да, блин, так, их не хочу донатить. Так, там, по-моему, за голоса даже. За голоса, по-моему, дают, да? Да? А сейчас два сделаю. Голоса, один значок. Ну вот проверь. Неаполитан. Не, я не вижу, кстати. Неаполитан, слышишь, а сколько у тебя в Элеме хосты? Не, пиздёшь, расслабься, нету там значков Толгорода. Да, я вижу ЖВЗ-шку, я вижу, вижу почётный знак. Звездного воина за пределы. Да, а этого не вижу. Там вон особые хотя... услуги, валюта, хотя... короче. Хотя странно. Толгорода, там вот есть... Не, это рубли надо платить. Чё, блядь? Не люблю платить рубли в игру. Да ладно, ничего в этом такого нет. Да нет, каждый сам выбирает. Не, ну понятно. Так, ребята, вы собрались? В одного большого ребёнка. Нахуя ты сидишь, делаешь? Да это все сука, Лёха, блядь. Да подожди, не трогай черепок, нам он сейчас подойдет, чмо. АБС, это же... Тоже рисованные же, да? Да. Плотчик. Да. Тут клевые боссы, лучше, чем, блядь, в зависти. Да. Пуляй. Пока убиваем, мы только первого босса. А, неплохо. О, так это же, ебать, освоение, что ли? Да. Да, капитан. Стоп ДПС! Маги хуярят, блядь, демоны. Сука! Блядь, вы чё, долбоёбы, блядь? Да, блядь, он на дот сдох. Да вот каких дот? Вон фаерболы, блядь, летели, ебаные. Это от демонов, наверное. От демонов, наверное. Стоп! А чё это он такое скастил? Это пердёж. Вагинальный пердёж называется. Пердёж скастил? Да. Нам нужно, не помню, 5 или 4 таких мобов, чтобы хм мод тут. Короче, мобов, 5 чтобы... раз невкусно пухнет, в ДНЖ будет вонять, и, блядь, за это лута больше. А, нормально? Звучит типа, логично. Типа хм мода. Стоп ДПС. Все. Он сейчас дотикает. Стоп. Бам, там ебать, блядь, выбросы лавы летят. Да не, нормально. Какие выбросы лавы? Прототип на святое. Правильно, ротацию нужно поддерживать. Все любят просто, когда он пукает тебе прям в носик. Это... Бля, на этом, блядь, в Легионе, короче, у Роги есть сет газонюха. Он там, ну, типа, внешка такая, он реально как будто, блядь, нюхает, пуки ходит. Бля, и бабы, конечно, забавные там, ребята. Там все угорали, все мофом. Роги газонюхи. И Дерсию, блядь. Не, ну просто поприятнее, чем в ЗС. Ну это да. Йока. А что тут падает такое? Хуй с жопы. Стоп ДПС. Да нормально. Ау, блядь! Я сейчас убью нахуй. Какого элементаля? Какого? Да он там косарь дамажит, блядь. Да, я вижу, блядь. Что ты видишь? Нифига ты не видишь, он там косарь 200 наносит, блядь, это ебаная цепнуха, блядь. Да, ебать, шмотки прикольные. Ну, прикольно. О, прикольно. Нахуй, нахуй. От рейда отвернуть моба вот этого, сжигающего время газонюха. Сжигающий время газонюха. Да.
Блять. Нормально. Прошмандовка, блять. Давай справа сразу. Не, про щелыга смешнее. Сколько нам обо... Сколько нам этих мобов осталось там? Два. Я на мобах, на противниках, на своих баф висит. А, все вижу. Сбейте каст. Ой, я ебал. Ладно, сейчас собью. Стоп ДПС по нему. По черепу стоп. Чё, задерживаем дыхание? Подрабатываем водолазами. Все дыхание задержали, он занюхнул. Ну, он водолаз просто. Газонюх. На пиздец. А пахнет лутом, я бы сказал. Метелям отбой. Хозяин седой. Слава ворота. Сжигающего время, блядь. О, блядь, невосприимчивый, прикольно, блядь. Стоп, 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 стоп! А, ему как-то каст сбили уже, походу. Ну, заебись, убивайте, все. Убивать, да не надо сбивать. Дистантируйся вниз, Вилаша. Только под морду не встаньте мобу, вот сейчас, вот этому здоровому, сжигающему время газонюху. Понял, блядь. Да, блядь, дай зачаржу. А, ему похуй, невосприимчивость, на него станы настакали, блядь. Понял. Зависть. А кто станы хуярит, блядь, в моба? А кто? Кто, блядь, на него столько... А кто? Тут только я и Святос, блядь. Оксфу. Это по-моему, последний моб у нас, да? Или нет? Да, ну, последний. Последний. Last creep. Последнее воскресенье живешь, нахуй. For the rest of your life. А там у босса нету этих? Нету. Вон, слева. Нету там. Нету там этого моба, нету. Ну, покажите мне, там не те мобы стоят. Так а они-то вон еще живые? А нет, вон, вот, нет, не, нихуя, нету такого моба там, нету. Это так последний, вон, блядь, если вы обосретесь, вот, то вы обосрались. Как он называется? Запускается инст, да и все, темпоральный исказитель. Ну заебись, еще, блядь, сейчас 20 минут пройдем на мобчиков. Будем обновлять, хули. Все, хилы здесь, все здесь. Где мордаун, блядь, я барабаны дал. Мордаун по работе, блядь. Гуляй. Что надо делать? Дайте вроде... циклоны исказителю времени. Ну, вроде как работу он работает. Будет друид. Циклон ему дайте просто, пожалуйста. У нас друидов нет или чё? А мне восприимся, по-моему. Ты заебал, блядь. А они чё, законтролили? Это как-то убрали? А у него и каст не кикается, блядь. Ну прохиливайте. Увидание, кик каста, гг. Блять, прикольно. Хорошо. По-моему, тебе надо закрыть ебальник и не пиздеть. Ну, мне так кажется. Ну просто вот реально вот. Всем привет. Туда его. У меня просто сейчас. Я зашел. Мне просто дистовое желание разъебашить монитор. Когда ты пиздишь. Ну, до 8. А че такое? А, в плане ты вообще в общем спрашиваешь? А, сегодня? Ну, до 8, наверное. По настроению, ебать. А так я могу почилить, если что. Почему-то, слышишь, Слава, не станется это чмохенс.
Да не сработает. Не работало, Слава, и станы не работали. Короче, зажигающему время из занюху надо кикнуть касту видания, все. Вот, вот это важно, она сейчас убила всех. Надо. Есть вопросики? В ком я, в хпале? Конечно. Конечно. Мочи паладин. Конечно. Мочи пал. Да, в ретрике, наверное. Понял, пипал, пипал. Это, а дайте каску, пожалуйста. Пипал. Ой, блядь, господи, нахуй. Дети. Туда. Пока сбился. А так можно было? Дядя призом сбился. Да. Под черепу стоп ДПС. Стоп ДПС! Все, стоп, стоп, никто не бьет. Иначе нам пизда, мы будем заново все открывать. Вы слышите? Стоп! 7%! Колема бьет. Колема бьет. Че, они не подконтрольные? Все, мы справились. Хуёво, надо еще раз попробовать, да? Надо заново, блядь. Мне тогда надо срочно отойти. Миша, все хуйня, давай по новой. Вот эту пачку тоже давайте убьем, вот эту хуёвую, которая гуляет. Ой, это сейчас опять объяснение тактики, блядь, будет. Не, нихуя, мы сейчас просто всех раскидаем быстренько и все. Нет, не, не, они. Так, ребята, давайте так. Вот кто в прошлый раз был, встаньте туда же, где стояли в прошлый раз. Вот прямо сейчас. Встаньте в те места, где были до этого. Примерно где-то здесь. Рейндж 10, блядь. Сейчас я нахуй всех поставлю. Рак. Санечка. Ты первый, кто встанет. Так, все, это вот все, кто был, все встали, где были, правильно? У нас, ну, получается, вот здесь слот свободный. Да? Слава, ты передо мной стоял, Слава. Этот стань левее. Соло стоит. Этот соло. Ладно. Короче, я буду, как в прошлый раз... А, чего? А ты что, там стоял, что ли? Что-то новенькое, блядь. Это кто такой? Мораль. Мораль, а ну съебал отсюда быстро. Почему? Он там стоял. Потому что я тут стоял, когда мы убивали. Ну, его когда собой. Он ушел. А да все, мне похуй, стоял. Я тут стою. Я занял это место. Блять, какая похуй разница. Вот. Хукмастер со Святосом. Этот здесь. У нас, получается, канцелятору мораль, иди. Иди сюда. Сейчас. Мне бы метку, правда, въебать. Видишь, как слева? Слева, видишь, канцелятор прыгает, Таурен. Вот к нему иди. Вместе с ним будешь стоять. Вот здесь. Вот где канцелятор. Во, заебомба. Заебомба. Джандису надо чуть левее встать, по-моему, да? Да, чуть-чуть. Чуть-чуть вот здесь. Вот сюда встань, вот тут. Да, вот тут заебись. Потом... Музыку, на... нам же потом хватало, да, Джандису? А Айвилаша... Айвилаша что тут стоит? Она тут стояла, что ли? Или в чем прикол? Я что-то не выкупаю. Или они танки друг в друге стоят? Я не просто... Ну, тогда... Ладно, мы тогда ее заигнорим просто. Заебись. Кто у нас тут РДД? Заломаныч стоял как стоит, Неаполитан, Керус, Вадикон. Вадикон, ты тут стоял, да, получается? Да, от Заломаныча в стену. А ЕКФМ, иди сюда. Иди ко мне, иди ко мне. Видишь меня слева? А ЕКФМ. А ему похуй. Не, не похуй. Вот тут будешь. Нормально тебе тут пойдет? Смотри, видишь? Вот я стою. Не сосок, блядь. Вот сюда, да. Вот прям вот сюда вжимаешься, вот в эту хуйню. Вот видишь, действие? Вот так. Так, кот. Кот. А куда кота поставить? А вот здесь у нас, получается, не занято, если кто-то Вилаша стоит, правильно? Где здесь именно? Ну вот где Вилаша стоит, справа. Так, всем сопроты. Ну там вроде два танка стояло, где сейчас Юля. Тут никого... Ну подожди, танки под боссом же, нет? Да, короче, что? Короче, Керус, иди вот сюда, где стоит Эвилаша. Вот тут тебе надо будет. Сейчас мы, короче, сейчас вас поставим, потом все объясню. Так, а тут до кого достает? Ни до кого не достает.
Только сильно вправо не иди, там бидон стоит. То есть ты вот тут должен стоять. Рейндж 10 пишешь, и чтобы у тебя никого не было в 10, десятке рейнджа. Кто у нас без слотов остался? Мэтт Фокс. Ты вот здесь, да? И Гамазек. Гамазек. Бля, ебобанный паладин. Куда тебя поставить? Ну вот здесь место есть, иди сюда. Вот если ты тут, короче, аккуратно влезешь, вот только тебе надо ждать, чтобы... Кто показывает, посмотреть? Ближе к сиськам, вот где призон, видишь, слева, вот я стою. Вот я, дворф ебаный, прыгаю, видишь? Вот. Ебаный дворф прыгает. Ебаный дворф, я вижу. Вот, смотри. Вот здесь стоишь, у тебя должна быть десятка ото всех, понял? Вот рейндж 10 напиши, ты не должен Джендиса зацепить, ты не должен зацепить Призона, и ты не должен зацепить вот этих. То есть у тебя слот получается... Блин, Джендиса... Блядь, цепляет. Не, вот тут, вот я стою, не цепляет нихуя. На шкаф нажмите. Орги и Призон показывают. У тебя Призона цепляет? А, ну блядь, ты... Сейчас, ты все заебись, да. Нормально, здесь. Все нормально, вот где-то здесь тебе, короче, надо... Я сейчас скажу. Я стоял... Вот тут. Между вот двумя метками стоит. Тут была вот одна метка. Да, стоял между. Тогда Керус вылазит оттуда, судя по всему. Ну пускай она вот тут встанет, где тут мы хотели. Слава стоит, нет. А, нет, Слава. Слава звезде. А вот здесь никого не стоит? Вот нет, там никого. Врея цепляет. Этого цепляет. Нет, тут, блядь, не влазит никак вообще. Плюс один. Там не влазит. Ну, хз, могу вот так вот встать? Вот так вот. Сейчас, все, вот, надо пусть подумает. Он стоит вот так вот. Вот, сейчас нормально. Короче, нам надо поставить ориентировочные метки, чтобы некоторые точки точно не путались. А, Заломаныч, где стоишь? Ну, вот точно. В тотемах вот здесь. Сейчас. Эвилаша правее. Так, вот это Заломаныча метка. Вот здесь, да? В Рея она не цепляет, правильно? Нет, не цепляет. Не цепляет ни Вазикона, ни в Рея, никого. Метка Вайда. Ну смотри, вот твоя метка стоит, ты знаешь, а Вилания знает, что он от тебя в 10 метрах здесь стоит. Все, вопроса в этом уже нет. Вот у него точка, он ориентируется 10 метров от желтенькой. Нам на всех... Я стоял, и там и стоял, и я стоял в прошлый раз, Эрдру. Замена. Ничего, вполне место нормальное. Ну хорошо, давай ее поменяем. Ну тут же не одна хилит. Блин, ну Слава, давай тогда ее с Керусом поменяем. Керус, иди сюда. Ну, Керус, иди вот сюда, видишь, ко мне, к дворфу. Вот на место стелси становись вот сюда. Переведи там носит череп. А стелси иди вот сюда. Тебе надо вот тут влезть. Вот так. Бидон. Но бидон стоит, да, где в прошлый раз. Он в прошлый раз там стоял, по-моему. Так, вот, у нас остался Неаполитан. Где он? Ну, по сути... Я его не вижу. Вон, Мэтт Фокс справа. А, вот. А, Друзин Валид. Но он большую часть рейда будет доставать, но не все. Вот тех, кто слева, он не достанет. А где Друзин Валид в прошлый раз стоял? Где стоялся? Вот, так. С правой стороны, вот тут вот. В принципе, доставал нормально. А притон ты в портале в каком-то, да? Вот в этом портале, да? Вот здесь притон. Да. Правильно? Хорошо. Ну, в принципе, смотри, вот где вот стоит... Да, вот сюда мы поставим друид-инвалида чуть-чуть центральнее. Вот здесь можно встать. Смотри, видишь, левее. Вот здесь. Сейчас. А Неаполитана ты куда втулишь? 2-1. Подожди, да, Неаполитана сейчас поставим. Нам надо хило, главное, поставить. До Воида стока. Это у нас стелси. До стелси тут дохуя. До Заломаныча нормально. Въеби инвалиду метку. Не-не-не, нормально. Он будет. Он по соску и по треугольнику будет ориентироваться. Вот ему надо встать между соском и треугольником вот сюда. Он это просто запомнит. Тут не надо каждому метку ставить. Тут нужно, чтобы кто-то стоял в метке, чтобы кто-то ориентировался по метке, которая рядом. Все. Это несложно. Окей. Сейчас. Метка будет еще вот здесь для Гамазека, потому что у него самая душная метка. У него очень короткие расстояния до всех. Метка будет вот тут для Бидона. Опять же, чтобы по нему ориентировались. Потом метка будет
Так, вот тут стоит Керус. Вот, а притон в портале. А вот здесь никого нету, правильно? Да, там рядом, дохуя свободного места. Рядом с друид-инвалидом. Вот сюда, Неаполитан, иди. Неаполитан, иди сюда. Вот тебе будет вот тут луна. Ты будешь в луне стоять. Сейчас, а стой, стой в луне. Тут заебись. Короче, места хватает. А между Керусом там не цепляет, нормально? Нет, не цепляет. Тут до Керуса еще вот аж из метки надо выйти, чтобы до него достать. Mm. Так. Мы тогда все-таки контрольную метку в голову друид-инвалиду ёбнем на всякий случай. Ну, я типа... Вот так. Так, разойдитесь по меткам, пожалуйста, все. Локи по порталам, по всей хуйне, чтобы сейчас проверить у всех дистанцию, чтобы не возникло никакой хуйни лишней. Меня заебись, все. Меня слышно? Хукмастер, пожалуйста. Хотя ладно, сейчас я сориентируюсь. А, так, друид-инвалид, здесь заебись, здесь заебись. Плюс оните в чат, кому места не хватает сейчас. Еще вот здесь дохуя места. Подожди, подожди. Всех распределили? Если кого-то не распределили, плюс оните в чат. Все, таких нету. Мэтт Фокс, смотри, ты можешь, в принципе, идти сюда ближе. Тут же ж никого не стоит. Тебе не обязательно там в воротах стоять. Вот сюда можешь подойти, видишь? Вот, вот здесь. Тебе ж отсюда ближе будет? Ну да, вот, вот здесь ориентировочно. Главное, спаси фей, чтобы вы не ебанулись. Вон, смотри, вот тут Заломаныч. Вот, вот здесь тебе уже можно стоять. Вот, ориентировочно. Все, а я с Лингреном. Вроде как все. Смотрите, приоритетный захил по меткам, которые хилы, ткань и те, кто стоят по двое. По двое стоит Урги Лингрен, Консилятор Мораль, Святос этот Хукмастер. Вот они стоят по двое. Вот этих всех людей надо в приоритете держать 80 плюс процентов, когда хуярит этот, как она называется, я уже забыл, блядь, резонанс. Для тех, кто не был, вкратце объясняю. Мы сейчас пульнем босса, будет каст через там 30 секунд под названием резонанс. Под каст резонанса вам нужно разбежаться и встать четко в те места, куда вас поставили. У вас будет рейнджфайндер 10 метров, вы стоите, ждете. Он хуярит сгорающее время. И вы можете, если вы РДД, после этого разбегаться обратно на свои точки, милики дальше бьют, ждут резонанса. Это весь босс. Все. Главное это вовремя понятно. Встать в точку и вовремя сбежаться под босса. Все. Для тех, кто тут не был. Еще раз говорю, все стоят после сгорающего времени. За 10 секунд вам заносят, когда разбегать. Никто не разбегается, потому что стебутся они по своим меткам. Там тикающая дотка с усилением. Не достанут, блядь, и кто-нибудь откиснет, блядь. Да, только все пейте сапрота, тут на сапротах. РДД у нас, ну ладно. Короче, у кого есть аддон, который чекает банки, сейчас все выпейте сапроты, у нас должны быть сапроты у всех. Есть у кого-то аддон? Уже ебанул себе. Консилятор пей. Ну ему надо дать. Авелания. Все, разбирайте банки, у кого нету банок. Лингра. Войд. Призм. Только рыбу дайте. Консилятор, Войд, Призм. Вот рыба, блядь. А, ну, две рыбы, короче. Давайте. Стакаются? Обязательно. Да, да. Ты... С одной, короче, рыбу ешь, с другой апельсинчиком закусываешь. Сядь, поешь. Мы Геру, как в прошлый раз, да, типа на после первой перебежки, да? Когда сбежимся под босс. Ну да, да, да. Ой, ты призван, вам особое приглашение надо. А у кого-то есть зелье несокрушимости? Тут у меня одна банка осталась. Вторую пати диспелить надо будет. Ни у кого нету, да? Шаманы, я еще так маны мало. А, точно, натуре тотема. Инту. По мне, если, плюс баф. Если что, тотемы на очищение шамана. Да, Призана запихните просто во вторую пати. Первая пати более-менее жирная, и так. О, там она есть? О, спасибо тебе большое. Так нахуя, он бидон или стелс его вторую закиньте, и все, и будет шаман в каждой пати. Нет, бидон садится, пусть силы будут в одной. А. Для тотема. Все, ну туда вторую.
6. 6. Нам надо два холипала по-любому, у них две сокры, сокры много дают. А, так, а кто сокру первую дает? Первый Джандис, второй Авелания. Ок. Услышали? Чё? Да. Банки все выпили? Да, да. Сейчас проверю, блядь. Проверяй! Проверю, блядь. Да, у всех сопроты около Войда. И стелси не поела. Блин, почему я на призоне банку не вижу? У меня в бафах не отображается, что ли? На призоне сопроты. Тебе есть. Аддон нужен. Там на всех сопроты и только на войде там СПДшная. Ебаш таймер. Подожди, стелси есть. А, стелси есть. Вот это что за лужа, кстати? Это 25. Да. Что она делает, блядь? Хилит? Увеличивает, наверное, хил. Увеличивает входящий от хил в этой луже. Ну она, кстати, она... Она типа на кого-то вешает, и этот хил, чел с ней бегает, и прикольно, блядь. Ну это же... Она... Это жесткая тема, на самом деле. Я думаю, они не на танк. О, убили в хил. Её надо на славу хуйнуть. А там на кого угодно. Ватикон? В одном фрейзе стоит. Юля, на 7-800 как меняемся. Резонанс 8 секунд. Беги, разбегайтесь, малышка, по меркам быстрее. Беги. Отлично. Гера. Сбежаться сказали, почему до сих пор Локи так далеко? Все отлично. Резонанс 6 секунд. Разбежались по меткам. Быстренько. Блять, заломаноч, тотем не стоит у тебя. Стоит у меня тотем на очищение. А хули у нас в пати вообще не дисплеится? А, я ебанат, я его забыл переставить. Смотри. Ладно, бывает. Я переставлю. Под босса. 10 секунд. Сейчас переставлю таким. Резонанс. 6 секунд. Разбежались. Эй, блять. Мэтт Фокс, БР, Авеланию, Друид, Инвалид, Хукмастера. Инер, Друид Инвалид и Вадикон по Авелании. Один можно только дать, два не надо. Сгорающее время под босса. Забери под Юлю. Босса, все под босса. Резонанс 10 секунд. Разбегайте. Беги, малышка, беги! Читайте,
ревностной хильте лучше. Под босса сбежались? Под босса сбежались? Ферус Иннер в бидона, Мэтт Фокс Иннер в бидона. Резонанс, 6 секунд, разбежались. Блять. Друид инвалид в рей. БР КД. О, у тебя КД. Керус. Вадикон. Вадикон в рея. А у кого еще он остался? У Керуса. У Керуса? Керус хукмастера. Время, сбежались под босса. Под босса, под босса. Ну это вай. Ебать, я спланировал. Вот это да. Беги, малышка, беги! Смотрите, у нас... мы сейчас по ДПСу не проходили, кстати. Кстати, да. Потому что ну, бой так. С Импорус 53% закончился спустя 5 минут 31 секунду. Не, я говорю про то, что да, если у нас... Ну, у тебя еще фаза же будет 25% у него. Экзекутка. Проблема вся в том, что я не успею закастить. Ну, да, типа, он волнами себя похильте хотя бы. Себя, да, хиль малый. Ну, волны успеем. Можно джерси. Да не, Слава, он не успеет, он 3 секунды кастуется. Да, раньше, не раньше, нет, на нем дотка висит, у него еще откидываться будет каст цепухи, он не хил. Он ее будет кастовать вечно, до самого резонанса. Ну, в себя он короче, может хилить. Малые мало. Волны в себя хуярите. Да, да, ну, друиды, волны. Разбегаетесь, сами себя хотаете, встали на точку, кастуйте в себя по крову. Ну, волны-то понятно. Или в медведя прыгайте, вот кто там эти... Кто там у нас? Мэтт Фокс, Вадикон, Керус. Ты там спокойно себя дубовый хилишь. Дверса поставь. За ломаночке надо, наверное, тотем ставить правее туда, к локам сколько ближе. У дубовой КД? У них не достает минута. Минута, куда ставить еще раз? Ближе к локам, они постоянно под ядом бегают, каждый этот. Они самые тонкие из нашей пати. Где-то сюда, вот сюда вот где-то? Ну не прямо к ним, я имею в виду, чтобы в рейнже они были тотема. Ну вот, вот так вот примерно, да? Ну смотри, по идее, в принципе, если я в ромбик вот сюда поставлю, вот... Оно будет цеплять и нас, и локов. Ну, я вот. Не знаю, где ты ставил в прошлый раз. Ну, вот, ну я у себя в кружке ставился. В кружке, ну, наверное, да, где-то ближе к центру можешь. В звездочку или в ромбик где-то там оставить. Ну, вот в ромбе я поставил, так что... Ну. Да, хорошо, первый сдан.
У кого сейчас тьма стоит из вас, Давид? У меня, скорее всего, Гомозек. Ну давайте тогда... Тогда Гомозек первый мастерор отдает. Лингрен второй. Под резонанс. Ты его отдал, подождал где-то 10 секунд. Ну, прошел каст. Да-да-да. Еще ждешь, не меняешь ауру, потому что эффект пропадет. Потом меняешь ауру, Лингрен ее забирает и под следующий каст нажимает. Трипот из пула, не забывайте выпивать. Сейчас первый пробный. А в принципе, все нормально было. Если бы Славе еще второй Т5 выбили, было бы вообще проще. Да убьется, понятное дело. Он без волониров убивается. Шпуху. Падайте, 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 падайте. Беги, а чё с агрос случилось? Не, Вадикон взорвал. А у тебя правильное нистоса включено? Блять, надо поменять духу респов, я заебался. Так. Цель. Забыл, видимо. Он не включил, скорее всего, у него Вадикон сорвал. Я не мог сорвать. Ну кто-то сорвал. Ну в смысле он побежал? Нет, он побежал, я видел. Он друида в таргет взял. Да ладно, это тебе не целка бежать. Не, да, ну, кстати, до профа до какого-нибудь, блять. Не, ну так а хули, в БС-ке тоже можно. Ой, в БС-ке, блядь, в РС-ке-то можно же бегать, нахуй на маунт. А тут увядание, блять. Старость. А-а-а. Слава, 31 год. Хуя ты, блядь. Парни, а критично держать босса именно вот в дальнем конце арены? Да, обязательно. У него клиф 30 метров. Прикольно. Блять, у кого там Формула-1, ебать. Блять, поставьте Дживса нахуй, пожалуйста. Стоит, блядь, же вон хламовод или кто Дживс стоит. Стоит на входе. На входе? Где? А вон его желтый какой-то. Дом у дороги. Бачу. Что взято за характер? Дамский на ручку за 20. Пожалуйста. За 20-ку. Чё тебе соскрести-то? С пола. Ага. Хули тут плитку изучаю. Собянина до сюда добрался. Вон положено везде. Заебись, блядь. Похорошела Москва при Собянине. Я верю в локтя тут. Минуточку. Да хоть секунду. Хокмастер, друид, инвалид, Урея, Вилани. Кстати, пожарите. Да и чё, затыкивают, блять, или что с ней происходит? А вот. Рыба. Урея, ну сядь, пожари. Её затыкивают. Блять, опять шёл. Лапку не вижу. Это рыба просто стояла. А, у меня забагалось, походу, все, молчу. Резонанс 10 секунд. Готовьтесь. Беги, малышка, всё, разбегайтесь. Беги. Вот
Вадикон, БР Притона. Хорош, КД минута. Мэтфокс и строит инвалид. Брать кавру заберет. Под босса все. Под босса. Резонанс 10. Разбегайтесь потихоньку на свою точку. А что такое? Его кто-то убивает. Друид инвалид, БР. Мы все мерили. Блять. Забираю его. Друид инвалид, хорошо. Друид поднял. Сбегите. Под босса там. Быстрее. Пасифея вылетела. Ой, блядь. Тут другое, блядь. Залетела вроде, да? Он здесь? Драконик? Нет. Нет, давайте упадем, у нас ДПС не хватит. Объем? Пусть сбегаются, разбегаются. Резонанс, разбежались. Притон, еще раз на свою метку. Давай посмотрим, хуярит тебя или не хуярит. Сейчас будем разбираться. Хуй знает, на точке стоял. Отсосал за 10 секунд. За сколько дашь? Все, сбежались, а че? Бейте, под босса потихонечку сбегайтесь. Естественно. Первый раз же не убило как. Резонанс 10. Беги, малышка, беги! Вадикон, Берри. Помоги. Да не, зачем? Просто не рвусь сейчас. Потом КД будут на следующий трай, если вдруг что-то будет. Не надо, просто им бьем спокойно. Так, а по ДПС у Чокста проходим или нет? Мы не проедем, ну у нас пасифеи даже нету с нулевой, мы по-любому не пройдем. Под боссы ну, все сбежали? Ну, цифры сейчас показывают 302. Ну, 301, 302, да. Ну сколько мы его по времени делаем? А, надо сколько? Более чем достаточно. Беги, малышка, беги! Подбос. Сколько мы его по времени бьем? Есть инфа? 5.13. 5.11. Ну то же самое. Уже не подходит. Нам пасифея нужна. Ну я предлагаю время не тянуть падать и еще раз открывать его. Беги, малышка, беги! Сейчас я проверю, что там у Притона с ренжой.
потому что его два трая подряд уебало, а его по локе въебывать не должно, он по-любому идеально стоит, он лок, он в портал просто прыгает и все. ДПС откровенно говно. Кто-то ну хоронит его просто, потому что последние разы он тоже вроде вставал нормально, не умирал. Ну я же говорил. Это шардудэшники. Что при том, что взят у них там одинаковый ДПС сейчас. Ну, Слава, они далеко. Они на резонансе каждый раз в ебенях. Нельзя. Да. У нас консилятор стоит вместе с моралью. Хукмастер вместе со Святосом у нас стоит. Я стою вместе с Лингрином. Вот мы прям под боссом по двое стоим. Вот тех, кого можно было поставить по двое, по сути, мы их въебали. Кроме Гамазека. Призана мы вдвоем не ставим, потому что у него ХП поменьше, чем у латников. Мы боимся, что его въебет. Ну и все. У нас можно, типа, Гамазека с Призаном состакать, но я, ну, я не верю, что они будут выживать. Типа, вон, у Лингрена без бафа 33 тысячи ХП, у Гамазека 28. Лингрен толще, он на 5 кхп. Ну, это... Да, вот это норм. Вот это норм. Тут соглы. Блять. Сейчас, а где она стояла? Я уже не помню. Да? Нет, ну слева. Нет, передо мной она стояла. Сейчас я покажу, где она стояла. Вот тут стоял я, она стояла передо мной. Примерно там, где ты. Вот тут где-то, да? Ну да, плюс-минус. Сейчас, рейндж 10. Так, ты у нас в рей, а вот этот Джандис. Вот она вот где-то тут должна, значит, стоять, правильно? Ну, Слава, встань в шуманете в звездочку, пожалуйста. Так, не достаю. Ага. А справа тут кто-то стоял от нее. Так, а мы не в миллиметры ставим, в том-то все дело. Там в миллиметры вот кто стоит, это вот тут Гамазек стоит. У него вот, да, у него такая сложная метка. Ну, сложный вопрос. Спасибо. Ну вот сейчас... Вот у меня хукмастер периодически залезает. Вот так, короче, надо Джандису стоять. Ну хер его знает, кто-то двое сзади, да. Вот, смотри, короче, чуть правее смещаешься. Сейчас по меткам все разбегитесь фастом. Потому что нам надо сейчас поставить АЕКФМа по-быстрому. Все-все-все-все-все по меткам. Призан, ты тоже беги, пожалуйста. Так, друид-инвалид. Так, вот темный, у кого сейчас аура? Здесь. Все, получается, АЕКФМ может посередине встать. Тут места, в принципе, хватает. Единственное, что мне надо у кого-то спиздить метку. Я, наверное, у Бидона метку спизжу, потому что он, в принципе, там тотемы ебанет, он знает, где он стоит, там его особо сильно никто не дергает, правильно? Ну, я надеюсь, по крайней мере, сейчас попробую. Берса 10 минут. Короче, вот сюда встанешь, АЕКФМ. Вон треугольник. Вот здесь. Сейчас. Я даже переставлю сейчас еще немножко. У меня нет сопротов. Меня не берите.
Лёха, сейчас. Сядь, пожри. Секунду. А сейчас все на метках, правильно? Сейчас все бьют. Ну, практически. Короче, смотри, это, ТАЕКФМ, тебе назад нельзя сдавать. Ой, сядь, пожри. Вперёд, то тебе прям в метку надо тебе встать, понял? Потому что если ты назад вперед, то там у тебя будет доставать. Тебе прям вот, чётенько ровно надо становиться. В меточку, в серединку. Короче, те, кто стоят в цветных метках, особенно это касается РДД и хилов, старайтесь разбегаться до пораньше. Чтобы когда люди остальные бежали, ДДшники, чтобы они 10 метров от вас, если вдруг там какие-то дистанции небольшие, чтобы они успевали сориентироваться, и вы успевали сориентироваться. Потому что если все будут поздно бежать, то могут произойти, блядь, вайпы жопы. Но те, кто по краю стоят, могут разбегаться, в принципе, позже. У них точка всегда четкая. Вот те, кто по краю стоят, у них точка прям такая... железобетонная. Да, понятное дело. Бля, на мне есть кулак, интересно. Вроде есть на тебе кулак. Да есть, поставь ты себе бигбрейзер, ты будешь все видеть. Ну, если ты хочешь прям это все видеть. Алло, блядь. В коробку не влазят, понял, эти бафы. Ладно. Давай на пул. Короче, алло, чек. Алло. Жмите. Алло. За признан. Все, все здесь, Слава, хуярь таймер. Алло. 5, 4, 3, 2, 1. Резонанс 8 секунд. Начинайте двигаться уже после места. Юля. Сбегите. Тихонько в центр собирайтесь. Юля, забери. Сгорающее время под босса всем. Пару сменил. Резонанс 7 секунд. Быстренько разбежали. Геро. Хилы, тотем не стоит. Босса все. Здравия, ура. Добро. Резонанс 8. Разбегайтесь. Беги, малышка, беги! Святос опрохил. Святос, Святос на грани уже второй раз. Вадикон в Рея.
Рос меня. То есть, нажмется, я сейвю рейнджи нормально. Играющее время, все под босса. Резонанс 12. Готовьтесь разбегаться. Уже бегите потихоньку на свои беги, точки. Беги, малышка, беги! Мэтт Фокс, АЕКФМ. Под босса сбежались? Выбирай. Резонанс 9. Разбегайтесь. Беги, малышка, беги! Керус в рей. Я стою в метке в рендже. Что ты сейчас... мне рассказываешь сказки? Спокойно, почему, спокойно. Если я смотрю рейндж, здесь у меня 0 человек? Завали ебало! Спасибо. Разбежали, сгорающее время. У нас трай идет. Сейчас вот трай пройдет, обсудим. Забирай. Керус Спиннер в бидон. Разбежались. Беги, малышка, беги! Мэтт Фокс, Джинди Сейнер. Не, ну там... Не, сейчас разберемся, подожди. Сейчас посмотрим по ДПС, сколько мы времени потратим. 5 минут, чуть больше, 16. Умирайте. Так, мы его били. Ну, у меня прям заебись, у меня прям все прокало. Убили бы. У меня прям заебись, укритовало, прокало. Нет, все хватает. Короче, сейчас мы переставим магов, потому что они должны идеально стоять, чтобы их вообще не цепляло. Я скинул скриншот во флодилку, как мы стоим. Точнее, как мы бежим. У тебя 10 метров? Ну, типа, или у тебя скриншот, как ты сдох, в смысле? Как я сдох. У тебя сразу же с пула врубается 8 метров. Но тебе надо после пула ставить 10 метров. И радар ставить. У тебя проверка 8 метров стоит. Ну, из-за того, что когда пул, ДБМ сам он включает. Меняется. Да. Так, сейчас... Короче... Вот рыба. Хавайте рыбу быстрее, и кто рыбу похавал, сразу на свои точки разбегаемся. Мы сейчас, сейчас магов чуть-чуть подвинем. Ну, один в трусах стоит, второй я не помню, где стоит. Сейчас проверим. Может, это моя ошибка или еще что-то. Сейчас узнаем. С чего ты взял, что мы одновременно умерли? Ну, вас в один каст убил. Одновременно. Неважно. Мы одновременно умерли, если что. Ладно, все. Так, стоп. Сейчас рыбу съели, баф появился, разбежались по точкам. Слава. Мораль отойти хочет. На 15-20 минут.
А в стенке у нас тут кто был? Вот здесь, где черепочек сейчас. Вот я сюда кого-то ставил. По-моему, там и был. Нет, я был около тебя. А, кто вот здесь? Хуй знает. Там кто-то забегал. Я кого-то ставил. Я кого-то ставил сюда. Че, АФК все, что ли? Или... Я не понимаю. Хорошо. Если там никого нет... Синхан — это друид, да? Притон на камне. Взятый где-то там тоже на камнях. Ну, я с камней спустился, но я здесь никого не мешаю. Не, это не важно. Я просто помню, что ты на камнях. Короче, в рейд тогда ты вот сюда залазишь. Ебучкой прям в эту сиську, в эту ебаную. Да, Синхану сейчас придумаем. Вот от АЕКФМ место вот до пизды. Я Заломаныча от него отодвинул. Чуть-чуть. Даже можно чуть ближе поставить, но это не принципиально. Ну, вон в трусах. Место до пизды. Вот он стоит, вот у него. Он из метки выходит, там Джендис появляется. Он выходит назад. Вот, вот здесь только Заломаныч появляется в 10 метрах. Вот здесь появляется... Нет, даже не появляется. Вот тут друид-инвалид появляется. В Рея мы переставили. В Рей вот сюда. Ой, ну даже на камень вообще заебись. Как ты туда залез, блядь? А, нет, что-то... Чего, блядь? О, нормально. У него есть проходка? У нас же здесь проходка. У него нету проходки. Здрасте. Здорово. Нам надо плюс один. Мораль. Тоха, есть перс без КД в БС-ку? Есть паладин, но мы завтра идем. А на магии проходки нету, да? На магии нет, нету проходки. Хуёво. Там не ОКО, там ЦЛК проходка, братан. Ну, в смысле, обычка ЦЛК есть, ХМ-ки нету. Ну, там ХМ-ка. Нету. Я не рассветлю. Так в ОКО проходки нету, блядь. В ОКО заезд нет. Да причём, вы, блядь, несёте? Какой ОКО? Да он пишет, я же с вами ОКО закрывал, Синхан. А, там что-то где здесь? В ОКО сейчас нету проходки. У нас не хватает. У нас не хватает дамагера, короче. Я не знаю. Короче, вот сейчас место вот тут есть у нас, под рыло. Если ты, короче, будешь запрыгивать каждый раз сюда. Ну так в стелсе, может, тогда возьмем, нет? Ну, Авеланию в... А, не два хапала. Да, стелси... только я тебе не отдам ее вовремя. А, стелси сидит. Ну, либо Глеба в ретрика придется спекать, либо я. Не, Глеба в ретрика хуёво, нам две массакры надо. Дайте ауру, пожалуйста. У нас вот с двумя массакрами нормально получается. У нас если одной массакры не будет, у нас под эту хуйню по-любому маги будут умирать. Я не знаю, ну вот так вот происходит просто. Да я хуй знает. Надо, чтобы этот, Слава, чтобы ты считывал их именно... перед кастом, чтобы их дота не разъебала. Именно вот их считывать самыми последними перед кастом. Двоих. Не-не-не, не три тела, они по одному стоят в том-то все дело, их все равно хуярит. Блять, где вот эти все Волк Майловы, блять, вот это вот все, нечисть нахуй. Нечисть. Не ходят, блять, ребята. Давай, пусть стелси заходит, мы пока пульнем один раз. Чё а делать? Может кто-то стрим дать? Она на коте сидит сейчас, на друиде. Сейчас, да. Вон химерку где на коране. Химерка в ледяной короне, 247 и левел, и там нету проходки 100%. Ну это твинс. Ага. Я думал, вы хотите взять химерку. Да, два, заверните две. Да. Написали, пусть заходит.
А где там Витя, блядь, отошел на 3-6 минут, блядь, и пиздец, уже 2 часа. Ой, нормально. Так он написал 3-6 не минуты, а часа. 3-6 часа. Понятно. Дня. Дня. 3-6 пятого. Астрономически. 5-10, 15-5. Ни Абродокса, блядь, ни Ханта МВП, блядь, пиздец. Где все эти люди, нахуй? Ни Шалфира, ни Седжу. Ой. Ой. Осуждаю. Не, подожди, не торопись. Я, короче, химерки написал, она не реагирует. А у нас кто-то отошел, да? Сейчас, чек еще раз. Хукмастер, притон, холидринг. Притон, холидринг. Холидринг, все тут. Ебаш таймер. 5, 4, 3, 2, 1. Резонанс 10. Готовьтесь. Беги, малышка, беги! Разбегайтесь. Под босса сбегайте. Роков точка нет. Резонанс 10. Разбегайтесь. Беги, потихоньку. Малышка, беги! Все, разбежались быстренько по местам. Юля, забери. Под босса. Резонанс. Разбегаемся. Беги, малышка, беги! 6 секунд. Начинайте двигаться под босса. У нас всякие хилищие лужи, пиво, девочка. Сгорающее время 8. Все под боссом должны. Десять резонанс. Беги, разбегайтесь. Беги, малышка, беги! Все, разбежались.
разгорающее время пад был сам. Готовьтесь разбегаться, резонанс 9 секунд. Беги, малышка, беги! 5 секунд. Керос, Джандиса... Мэтт Фокс, давай в бидон. Сгорающее время пад, босса. Резонанс 10. Беги, малышка, беги! Разбегайтесь. Пауза. Из этого профи. Вадикон, давай иннер в Джандис. Сгорающее время. Что там, прям слайд-шоу? Резонанс 9 секунд. Беги, малышка, беги! Разбежались. Опа, кто трейдит? Ебать. Тихо. Бидон сам. Мэтт Фокс, Гамазек, Вадикон, Лингрен. Быстренько, поднимаем их. Бидон, есть тотем? В любом случае, Мэтт Фокс иннер ему дай. Сбегитесь. Слава, нажми. Там все в КД. Сбегитесь под босса, Слава, Д. А, не этот гимн, в смысле, на ману попал. Вот. Да. Бидон тут прям, ну, нормально. Так, заставка нас походит. Друид инвалид иннер в бидона. Разбежались. Отлично. Под босса потихонечку стягиваемся. Сгорающее время под босса. Припоты пейте там. Керос в бидона. Разбежались, резонанс. Резонанс. И Мэтт Фокс в бидона и на. Thank you.
Играющее время 5 секунд. Керус и Вадикон и Иннер по бидону отдали. Керус вся игра вылетела, я спущу. Пятьдесят секунд, хуерте. Резонанс 9. Беги, резонанс 9. Малышка, беги! Разбежались. Блин, как 20 секунд. Бейте. Ну все, нахуй. Тянем, сколько смотрим, сколько не хватает. Сгорающее время под босс. По-моему, сейчас оно ёбнет, да, нас? Да, оно сейчас ёбнет. Да, берса. Берса пошла. 6% мы не добили. Не хватает. 13 лямов. Нам депсер нужен еще один. Нам даже, ну, стелси тут не вкатит. Нам нужен именно депсер. У нас потому что... У нас практически не падали люди. То есть там вот, ну, в этот момент... Ну, и Керус вылетел под... Да, и Керус вылетел. Ну, Керус бы... Но там 2-3 лишь... ляма от Керуса добавилось Керус бы. Керус эти 6 лимонов бы эти не добил бы по-любому. Типа, нам нужен целый, ну, полноценный слот дамагера. Потому что мы... Ну, мы так не вывезем. Потому что сейчас был хороший трай, в котором, в принципе, вот, ну, вылетел даже ДПСер, вылетел один из, типа, ни... ну, ДПСеров снизу. Либо ЭВК, либо, я не знаю. Не, мы сейчас без плюс один мы не убьем. Если... И то плюс один должен быть сильный. Ну, не сильный, должен нормальный. Дать 13 лямов босса. Подожди, нет, ну, допустим. Не 13. У нас сейчас было не добито 6 миллионов. Какой 6 миллионов? 5%. 12 миллионов. 12 лямов. 6 миллионов, какие 6 миллионов? Там типа 12 и 8 было. Нужен депсер, ну смотри, это от Керуса 2 ляма и еще депсер на 10 лямов. Нужен депсер, который даст 18 КТПС просто, вот примерно. Ну да, 18 хватит. Да ты 5 мне дайте. Да, нихуя. Ой, блядь. Опять дрочить. А я думал, портал кто-то открыл. Опять дрочить. Где, блядь, Витя, нахуй? Писун, опять дрочить, писун.